Так, приветствую, ребятки. Просили меня подписчики показать версию третью, как они скажут, шлифованный свисток. Подключил я его к КВ-антенне, к диполю, ой, господи, к дельте на 40 метров. И покажу, как это все, как принимается КВ. Я прямо не сильно использовал на КВ. Можно сказать, чуть ли не первый раз. И удивился, насколько все красиво выглядит. Ну, если не считать, что у меня сейчас включились светильники соседа, и они убили 7 МГц и 3 МГц. Итак, значит, по настройкам. Первое. Смотрите. Первое, что делаем. В настройках выставляем. У меня SDR версия 1.1.0.0.1.0.0.13.61. Так как у меня XP-шка, вот такой ретроград. И вот sampling mode выставляем именно Q-branch. Не I-branch, потому что тоже будет работать, но очень плохо. Прямо очень. А именно Q-branch. Вот этот quadrature sampling, это ставится, когда у КВ, ну смотрите, от 27 и выше. Итак, Q-branch ставите. Ну, я выставляю этот RTL AGC. Сейчас я выставлю красиво, чтобы на экран было видно экран. И включу все это дело. Так, выставляем 6 МГц. И делаем громче. Где у нас здесь? Сейчас переместимся на сороковку. Опять же, у меня проблема, да, фонарь соседа включается, и сороковка умирает, к сожалению. И не только сороковка. Ну, в общем, все умирает здесь от этого фонаря конченого. Так, ставим LSB. Смотрите. Так, сейчас. Thank you.
Так, вещательный диапазон покажу на семерке, на 40 метрах. Так. Тут еще более-менее, сейчас я покажу трэш, как фонарь убивает 80-ку. Опять же, дельта пока не настроена, поэтому на семерке она не работает, на 40 метрах, к сожалению. Завтра буду настраивать. Итак, смотрим этот ужас. Вот смотрите. Так. Видите, да, вот эти полосы? Сейчас они будут еще больше. Вот этот фонарь. Вот, смотрите, от двух... Ну, в общем, вот. Вы все видите. Это фонарь. То есть кого-то можно услышать, но сами понимаете, да, вот. Вот гудится. Пройдемся вниз. Максимум 2, вот мы видим максимум. На 2. То есть тут, если подняться выше, вот смотрите, 6, да? На 6 еще более-менее. На 7 тоже 8. Если взять 14, там тоже идет подъем. Вот смотрите. Тоже фонарь, вот он. То есть у меня ночью, ну как видите, да? Вот так вот весь КВ-диапазон полностью, все убито. Такая вот ситуация. И это из-за одного фонаря. Ну а так-то классно, мне нравится. На УКВ тоже шикарно работает. Чем отличается он от предыдущих версий? Тем, что здесь термостабилизированный генератор. Ну, по сути, он не плывет частота. И она полностью практически соответствует тому, что здесь написано. Вот. Так вот, УКВ, если нам надо, берем, меняем Q-Branch на сэмплинг. Вот это все оставляем.
пропадает КВ. Вот. Ну, КВ нам не надо. И берем. Да, еще отличие. Забыл сказать. Отличие вот в чем. Очень хорошая чувствительность на авиадиапазоне. То, что меня как раз интересует. Ну, не авиадиапазон, а 1090. Выше 1000. Там шикарная чуйка. Как раз авиацию наблюдать от ASB. Так. Законопроектів, тому що дуже багато тих людей експерт. І мають тут ваш помощник. Вона ж не працює 2 місяці, потім виходить. Смотрите, вона это мой личный помощник. Это мой человек, так, который вот сделал мои личные дела. Грубо говоря, она работает на меня, и, соответственно, у меня с ней отношения свои и договорные, потому что она помогает мне с моими личными делами. Ну, как если бы вам помогал, наверное, там ваш брат, допустим, или там ваша сестра делать какие-то штуки. То есть я ее не могу нанять как личного ассистента. Мне пока что нечем с Настей поделиться, потому что все, если я ее отдам домой, ну, то есть на УКВ работает шикарно. Мне очень нравится, я же говорю. И такое приятное дополнение, это то, что она функционирует, эта штука. Вот, да, iBranch нет, только QBranch. Я могу даже показать, у кого терпения хватило, до конца досмотреть. Ну, вот сейчас, сколько там, 12 минут. Смотрите, iBranch ставлю. Выставляю 6 МГц. Видите, да? Вообще ничего. Ну, то есть, не работает. Ставим, как я говорил, QBranch. Все. Все работает. Я считал, что средняя волна он вроде как-то не принимает. Ну, посмотрим сейчас. Вполне возможно. Хотя, сейчас увидим, что это тут у нас. Так, ну не совсем это средняя волна. Сейчас опустимся ниже. Сейчас. Да нет, что-то есть. Но опять же, не забывайте, антенна большая, 40-метровая. То есть он принимает и... И средние волны. То есть средние волны тоже ловит, принимает, ну, слабенько. В общем, тарантайка хорошая, прикольная. Мне нравится. Так, ребята, у кого хватило сил до конца досмотреть, спасибо. Вот, ставьте лайки, комментируйте. И всего доброго, всем три, до свидания.